Еще одна мысль, бытовая мысль. Вы знаете, вот в Киеве, в столице европейского государства, в торговых центрах есть туалеты. Вы за них платите, они платные, эти туалеты. А вот здесь, где я нахожусь, вы спросите, а где ты находишься? Я скажу, нигде. То есть, если бы я хотел, я бы даже не сказал, потому что это просто нигде на трассе. Вот такой вот туалет. По мелочам, то есть там, где тебе брызгают на руки антисептиком, а также на сенсоре ты подносишь ручку и вылазит бумага, я не показываю. Ну, потому что мы уже не в 90-х, и, в общем-то, это нормально. И для меня это уже нормально. Я это посмотрел, это нормально. И вдруг мне пришла мысль, в Украине вы платите за ненормальное. И почему люди там не устанавливают, владельцы торговых центров не устанавливают вот такие вот аппараты? А потому что вы все равно платите. Потому что они вас считают лохами. Потому что вы все равно понесете свои деньги вот за это заляпанное мочой и забрызганное дерьмом. Дерьмо. Извините за тавтологию.